Всем привет! Как видите, у меня небольшие перемены с цветом волос. Это все связано с тем, что в Снагустенко Студио наконец-то появились стрижки, окрашивания, всевозможные лечения. То есть у нас теперь полный комплект, которым могут воспользоваться теперь не только девочки, но и мальчики. Вот так вот. Я решила немножко поменяться, пока лето, пока это еще актуально. Сегодня на мне такое очень цветное окрашивание, переходящее от темно-фиолетового к такому нежно-персиковому. Сегодня это будет легкая укладка, можно даже ее назвать фэшн-укладкой. Это будут локоны текстурные с прямыми концами. Сегодня покажу, как их накручивать. И еще мы к этим локонам добавим ту всеми обсуждаемую и так актуальную этим летом луковку. Луковка делается как на прямых волосах, так и с текстурой. Мне больше нравится с текстурой, поэтому сегодня я буду делать с текстурой. Мне кажется, она очень будет гармонично смотреться такими оттенками. Итак, с чего мы начнем? Для начала, перед накруткой мы, конечно же, подготавливаем волосы. Сегодня я наношу Hair Body Oasis. Подготавливаю от термического воздействия. Попрядно. По всем волосам. Девочки, кто привык видеть меня блондинкой, сразу скажу, не расстраивайтесь. Этот цвет полностью смоется, оно где-то за месяц, как обещает производитель краски. Ну, посмотрим. На самом деле, очень круто, когда ты блондинкой, ты можешь себе позволить такие цветные окрашивания и вернуться потом в свой светлый блонд. Дальше, что мы делаем? Мы берем солевой спрей, у меня это тоже Oasis, и добавляем его также на волосы. Наносим попрядно для добавления текстуры. Многие девочки задают вопросы о том, как сделать так, чтобы локоны держались лучше. Вот как раз это волшебное средство вам поможет. Солевой спрей, он уплотняет волосы, благодаря чему кудри держатся больше. Нужно обязательно побольше его, если у вас волосы натуральные, такие гладкие, как стекло. И еще момент, перед накруткой кудрей у вас волосы должны быть идеально чистые, идеально сухие. Это обязательно. Если в волосах будет влага, кудри осядут, как бы вы их там ни крутили. Дальше нам нужно нанести пудру. Пудра у меня тоже Oasis. Сегодня черненькая упаковочка. Наносим горизонтальными проборами по всей голове. Нанесли пудру. Добавился объем. Знаем, да, как уже работает наша волшебная пудра. Смотрите, насколько он добавился. Какие у меня объемные фиолетовые корни. Начинаем накручивать. Накручиваем с нижних прядок. Прочесали еще раз. Прям чувствуется, что расческа уже так не скользит по волосам, потому что на волосах есть соль, которая уплотняет. Я буду работать плойкой. Это 25 мм Babyliss. Моя любимая модель Babyliss Pro, которая с титаново-турмалиновым покрытием. Очень крутые плойки. Всем советую. Накручиваем по направлению от лица техникой волны. Уже много раз крутили, знаем уже, где какая техника. Техника волна, когда мы прядь прокручиваем в жгут. От лица, если крутим от лица, прядь идет под плойку. Провернули, намотали, провернули, намотали. И кончик оставляем, вот как раз тот прямой конец, который будет у нас оставаться прямым. Опустили. Вот что у нас должно получиться. Такая вот загогулинка.
эта сторона. Пряди справа идут на плойку. Подвернули, намотали. Подвернули, держим. Держим. У меня температура сейчас выставлена 180 градусов, но волосы у меня достаточно пористые, поэтому накручиваются быстро. Если у вас волосы натуральные, гладкие, то тогда можете выставлять 200. Берем за наш прямой кончик, разворачиваем и растягиваем. Растянули. Здесь входит в игру наш любимый силуэт. Жидкий, сильной фиксации, который очень хорошо подчеркивает текстуру, но с ним нужно умело работать, чтобы его не переборщить и вам не пришлось мыть голову. Растянули и зафиксировали. Чуть подержали, да? Он держит завиток в той форме, в которой мы его раскрыли. Итак, здесь тоже. Можно даже прочесать его, да, растянуть и брызнули. Собственно, этой техникой накрутки, раскрытия и фиксации нам нужно пройти по всем волосам. Нам осталось докрутить только верхние прядки. Еще момент. Мне кажется, наиболее эффектно такие локоны смотрятся именно на прямой пробор, собственно, на который я и кручу. У нас остались две прядки с одной стороны, две прядки с другой. Тоже подчесываем. И методом накрутки от лица накручиваем, не наматывая кончик. Подняли и подфиксировали. Опять прочесали. Подняли и подфиксировали. Прочесали. Теперь нужно взбить. Опускаем голову вниз и взбиваем. Для дополнительной текстуры можно еще нанести солевого спрея. Кудри становятся более текстурными. И пройдемся слабым лаком. Осис эластик. Итак, мы закончили с первой прической, укладкой. Это такие вот растрепанные локоны, волны с прямыми кончиками, которые сейчас актуальны. Для сборки луковки нам понадобится обычная силиконовая резиночка и пару невидимых шпилек. Мы собираем где-то от пробора по сантиметра 3, наверное, с обеих сторон. И настолько глубоко, насколько вы хотите, чтобы близко была ваша луковка к лицу. Берем резиночку и завязываем хвостик, прокручивая раз, два,
И на третий раз мы прокручиваем не до конца. Оставляем вот такую вот кулечку. Ее раскрываем. Здесь немножечко вытягиваем. Кончиком обматываем резиночку. Кончик крепим невидимкой к основанию. Вот такая вот у нас текстурная луковка получилась с кудряшками. Мне кажется, очень прикольно смотрится на мое окрашивание. Я думаю, это будет одна из моих любимых причесок, пока я снова не вернусь в блонд. На сегодня мы закончили. Девочки, все средства будут указаны в комментариях под уроком. Также будут указаны ссылки на соцсети, на мой сайт, сайт студии, где вы можете найти всю информацию, посмотреть больше причесок, вдохновиться. Также не стесняйтесь, задавайте вопросы, оставляйте запросы на новые прически. Не забывайте, что я еще захожу в Перископ, точнее выхожу, где можно напрямую, в прямой трансляции со мной пообщаться, а также позадавать вопросы и узнать много нового. Все, всем до скорых встреч, пока-пока!